Сережа, скажи привет. Сыр! Сыр? Ну пойдем. Иди вперед, беги, Сережа. А вы что, развлекаться не будете? Остановиться не можем. У вас тут все есть. Да, Сережа? Да, Сережа, что тебе купим? Это же тоже самый. Максим, это же тоже самый большой кино. Сережа, а ты что хочешь себе купить, Сережа? Сережа? Я хочу это. Супергерои? От скольки они лет? От 6 лет. От 6 лет. Ой, звонит. Покажи мне, что ты выбрал. Супергерои, да? Вот Бэтмен. Пойдем, Сережа, животных смотреть. Для меня это слишком самолеты. А ты же себе выбрал уже игрушку. Еще животных будешь смотреть? Просто посмотрим. Ко мне повернись, скажи, просто посмотрим животных. Просто посмотрим животных. Хорошо, пошли. Где животные лежат? Ага. А почему тут машина? Кто-то ее тут оставил, видимо. Хотели машину взять, а потом, наверное, увидели какую-нибудь змею и решили змею взять. Что ты там увидел? Какого-то динозавра. Ну что, есть тут животные какие-нибудь? Животные какие-нибудь? По-моему, у него уже вся коллекция. Ой, не есть. Говори, как я вот этого животного. Ой, она на такой вот живот. Я вот этого страшного возьму. Но, такой страшный, мы же спать не сможем. Хочешь. Ну, на. Нет. Что-то животные тут какие-то все. Все такие. Все есть у нас. И да. Ничего нового не придумали, да? Ну, еще нового. А, вот этого я помню, этого тоже мы брали. Да, да, у Сережи тоже вся коллекция животных. И вот и дракон. Вот. Вот это тоже помню.
А вот, может быть, насекомое тянучка. Есть такое. Такое есть, да, у него? Сережа, у тебя есть такой жук, да? Сережа? Сережа. Вот, я вот не видела у тебя такого жука. Давай вот его возьмем. Ух ты какой. Как у настоящий. Этого жука нету. Ну так ну, давай возьмем. Эй, Сережа! Не-не-не, такой не надо. Там, на, вот эти и вот эти. Вот ты посмотри-ка. Целых два. Какого-то. Жука не будешь брать. Старика. Какого-то старика. Горилла не будем. Медведя тоже. Следующий заход мы сделаем книжки сами. Какая книжки хорошие здесь есть. Мам, это же плохие биониковые. А эти есть? Мама, мама. А ты знаешь, что? Что? Мама. А. Ты знаешь, что вот этот бионика, он плохой? Какой? Вот этот плохой. Покажи-ка. Большой. А мы что, плохого купили? Ну-ка покажи. Да. А вот этот хороший. Нет, смотри, герои уже такие разные. А мы какого купили-то? Покажи лицевую сторону упаковки. С другой стороны. Я возьму вот этого. Это биониковый, который хотят захватить землю. Ничего страшного. Я ничего не поняла. Кто с кем дружит? Да вот эти вот плохие с плохими. Плохие. Эти пауки дружат с этими плохими роботами. Вот этот паук? Дружит с этим плохим роботом. Вот с этим? Да. А этот с кем дружит? С этим черным роботом. Черным. Вот этот, который вот. Останься. Мы что? А почему мы взяли одному что, бесплатно? Подарок, ага. Сказала тем, что сейчас сидит и скажет. Наверное, так и есть. Так и есть. А куда ты бежишь, Сережа? Сереж, тебе какое? Малиновая. Малиновая? Она называется почему-то клубничная, но малиновая. Пусть будет малиновая. Вон малиновая. Белая такая. Макс, покажи, как ты будешь есть его. Сереж, покажи, как ты будешь мороженое кушать. Сережа, как ты будешь кушать его? Держи. Ну как? Сережа, вкусно? Иди
посмотрим одну его игру, как Максим сыграет.
Красавица! Пойдемте на другой автомат. Здесь хочется, да? Здесь игры не получается, кого? I'm an ant.
Да. Полетают танки.